Хай, Джейси, это Diamond RP Amber, 5 серия. Погнали! Короче, пацаны, в этом видео я хочу отправиться на бейс джампинг, посмотреть, что там да как. Я видел ролики, но сам-то там не был ни разу. Так что предлагаю вам и самому посмотреть, что там есть, как там вообще, что делать. Ну, короче, встретимся там. Мне повезло. Я встретил автобусника, который за 5 баксов везет до ЛВ. Нам как раз нужно к казино 4 дракона. Там возле него находится это место. Бейс джампинг вот этот. Я не знаю, платно это или нет. Если у меня хватит, у меня вот 2600 есть. Если мне хватит этих денег, то... Четкий мусор. Водила, точнее. Если мне хватит этих денег, то это будет просто отлично. Если нет, то... То я, короче, поеду работать, блядь. Заработаю кучу бабла, блядь. Косарей 5, нахуй. Пойду туда и буду там заниматься вакханалией, блядь. Все, пизда нам. Мусора, мусора, мусора. Блядь, ну водила, что ты творишь-то? Давай, гони, 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 пацан. Давай, давай. Плюй на этих мусоров, смотри. Блядь, да он еще и лагерь, нахуй. Что ты творишь-то? Давай, вали, вали. На форум ЖБ. Оп, нон-РП оружие, пацаны. Все, заебись, мы горим, нах. Вылетай. Сука, заебись, я выжил. Это эпик, 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 пацаны. За эпик вообще лайк ставим по-любому. Так, ну, в принципе, тут-то недалеко осталось. Вообще недалеко. Сейчас мы туда добежим, посмотрим, шо-шо-шо-шо-шо. Как. И посмотрим. Опа, на мусора, мусора, мусора. Дрифт на мусорской тачке. Эй, гля-гля-гля. Ля, я думал, он меня сейчас будет дебешить. Пи-пи-пи-пи. Запи-пи. Запипикало. Так, автобусник, ну тебя нахуй сейчас начнешь тормозить рядом со мной, блядь. Захочешь с меня срубить скуд. 32 бакса. Пошел ты нахуй. Мне вообще не в ту сторону. Так, идем, короче, вот. Вот это вот здание, которое напротив нас стоит. И вот возле него находится бейс-джампинг. Да. Сейчас в радиоцентр 3 года. Блин, а мне еще осталось 11 часов до того, чтобы получить третий левел. И тогда я смогу уже вступать куда-то, в какие-нибудь фракции. Я думаю пойти в гетто, ведь так как все крутые пацаны начинают в гетто. Так что я хочу тоже быть крутым пацаном, хочу тоже быть в гетто. Хочу быть нигой, блядь, убивать всяких мусоров. Все такое, взрывать их нахуй ракетами, блядь, как это делает, блядь, багер. Так что, бля, будем нахуй взрывать мусоров, хули. Будем в банде, будем их взрывать, убивать с пушки. Вот, короче, находится здесь бейс-джампинг, режим тренировки, режим соревнований. Давайте тренировочку. У нас 5 попыток будет за 2000, хорошо, что мне хватает. Поехали. Так, для возврата на старт введите АТС, /АТС, понятно. Так, я видел уже, как здесь пацаны бегали, но сам не бегал, хочу побегать, посмотреть. Оп, перепрыгиваем. Давай, оп, хорошо, отлично пошло. Давай, оп, давай, давай, давай. Оп. Пиздос. Давай, поехали еще разок. Сейчас все будет, пацаны. Сейчас я затащу. Это сейчас все сейчас будет. 5 попыток, я думаю, мне хватит для того, чтобы, блядь, затащить вот так на изичах. Перепрыгиваем эти коробочки. Йоу, оп. Давай, давай. Ой, ты чё, блядь? Фух. Заебись. Оп. Давай, 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 давай. Пизда! Ну залетел-то я хорошо, блядь, со второй попыточки. Это вообще прям изи, изи, изи. Пацаны, я изи. Так, ну, блядь, конечно, у меня осталась огромная куча денег, блядь, 700 баксов почти. Еще, блядь, на счету минус 200 баксов зарплата, блядь, пришла. Минус 200 баксов. Оп. Оп. И хуяк. Не-не-не-не-не-не-не! Сука! Третья попытка, я ее срал. Так, у нас осталось 2 попыточки. Но до конца, я думаю, я не долечу, потому что там дохуище всяких преград. Ну, вот так, как-то преград, блядь. И хоть бы, блядь, долететь до куда-нибудь. Хоть бы опять еще раз залететь в ту ямку, блядь. Давай, оп.
и давай отсюда, полетели. Второй раз, блядь, трабл, второй, блядь, это пизда, на своих ошибках не учусь вообще, блядь. Так, а что-то мне эта местина знакома, это, блядь, я знаю, где это находится. Здесь, короче, блядь, когда-то в GTA-шке была обычная миссия, что там надо взорвать. А нет, там, короче, ты воюешь, блядь, играешь за вот этого очкастого парня уже во втором городе Сан-Фиеро, блядь. Ну, короче, в общем, там была такая локация. Запрыгивай, оп. Оп, давай, давай. Чик. Блядь, сука, пизда, это пизда, это последняя, да, была? Хуйня, бля. В общем, пацаны, я вот так вот попрыгал тут, ёпта. Так что, мне, в общем, понравилось. И я думаю сейчас заработать бабла и пойти куда-нибудь. К примеру, водителем автобуса сейчас буду работать. Не знаю, снимать это или не снимать. В общем, да, сниму, короче, выложу уже потом. После бейсджампинга, вечером где-то. Так, ну что ж, пацаны. С вами был Джеймс, это был Diamond RP Amber, 5-я серия, я бы сказал бы до свидания, пока, ну, скажу adios amigos, пацаны, до новых встреч!